Эти добрые люди ничему не учились и все перепутали, что я говорил. Я вообще начинаю опасаться, что путаница эта будет продолжаться очень долгое время. И все из-за того, что он неверно записывает за мной. Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита». Он служил в лучших армиях Европы. Несколько раз был в плену, сидел в тюрьме, получил более 10 ранений, слыл отчаянным дуэлянтом и даже мародерствовал. Но в 1661 году Патрик Гордон превращается в Петра Ивановича и поселяется в Москве, скорее всего, на Кукуе. Шотландец на русской службе. У нас в гостях историки Дмитрий Федосов и Борис Морозов. Здравствуйте. Борис Морозов, выпускник Московского историко-архивного института, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, автор книг и публикаций, в том числе «Хроники смутного времени» и «Иван Грозный и его жены». Дмитрий Федосов, выпускник исторического факультета Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, автор книг, монографий, публикаций, в том числе «Рожденная в битвах. Шотландия до конца XIV века» и «Патрик Гордон. Дневник». Гордон, скорее всего, нормандского происхождения. И по одной из легенд, Бертран де Гордон был тот самый рыцарь, который стрелой довольно меткой уложил Ричарда Львиное Сердце в 1199 году. И по легенде Гордоны происходили от него, хотя это не совсем доказано. На самом деле род действительно восходит к XII веку, скорее всего, нормандского происхождения. И первоначально обосновался на границе с Англией, то есть это крайний юго-восток Шотландии. И я это хочу особо подчеркнуть, потому что это был самый, пожалуй, тревожный край во всей Европе. Постоянные войны. Там пограничный город Берег, который находится в тех местах, 14 раз переходил из рук в руки. И, то есть это военное племя изначально. И сейчас, по-моему, там решается вопрос, чьей принадлежность, английской или шотландской. Да, еще недавно, кстати, этот город был в состоянии войны с Россией, поскольку при заключении мира после Крымской войны они не фигурировали, а при объявлении в документе содержались. Поэтому вот. Да-да-да. Вот. И, конечно, это не только касается Гордонов. Шотландцы уже с раннего Средневековья отстаивали свою независимость, и даже еще с римских времен, поскольку римляне были в Шотландии, в провинции Каледония, но не покорили ее окончательно. То есть это вековая традиция воинская, которая продолжалась по всей Европе. Известные цифры совершенно потрясающие в Столетнюю войну об участии шотландских наемников на стороне Франции, естественно, как союзницы против Англии. Это свита и гвардия Жанны д'Арк и французских королей и так далее. Но надо сказать, что и Гордоны сами особенно отличились в военной сфере. То есть при том, что этот род и фамилия не самые распространенные в Шотландии, достаточно, но не очень. Этот род, вот скажем, на канун Первой мировой войны занимал 7-е место по представительству в британских вооруженных силах. Это довольно потрясающий результат. И вот мы имеем такую сплошную традицию от средних веков до 20 века. И наш Патрик был ярчайшим представителем, потому что начинал он службу свою отнюдь не в России. Он учился короткое время, около 2 лет, в Восточной Пруссии тогдашней. Ныне это город Бранево, польский тогда, Браунсберг, у иезуитов. И это по тем временам отличное образование. Он овладел латинским языком,
в дальнейшем польским и немецким, а затем, как мы увидим, и русским. И был человеком образованным, и, собственно, его родня побуждала его заняться отнюдь не военным ремеслом. Но он покинул коллегию по собственному желанию, не доучившись, и вступил первоначально в шведскую службу. Шел 1655 год, когда ему было 20 лет ровно, родился он в 1635-м, и он вступает в конный рейтерский, как тогда говорили, полк герцога Саксон-Лауенбургского, то есть германский наемный полк на шведской службе. И это вот так называемая Северная война, когда польский король Карл, еще не 12-й, а 10-й, вторгся в Польшу с огромным войском. И вот буквально с самых нижних чинов, еще даже не с рядового, а можно сказать фактически с денщика, своего ротмистра, тоже шотландца, начинал Патрик Гордон. Северная война, война России в составе Северного Союза со Швецией за выход к Балтийскому морю, началась в 1700 году. В 1708 шведские войска, вторгшиеся на русскую территорию, потерпели поражение у деревни Лесной. Полтавская битва окончилась полным разгромом шведов и бегством Карла XII в Турцию. Балтийский флот одержал победы при Гангуте и Гренгаме. Северная война завершилась подписанием Ништадтского мира 1721 года. Самое интересное, что шотландцы уже были в России в это время, вот как раз накануне Северной, этой первой Северной войны, и даже они принимали участие в этой войне и на стороне России, и на стороне Шотландии. Просто однажды в архиве как раз... Швеции, в смысле, да. Да, на стороне Швеции. На да. всех сторонах, да, на самом да, деле. Да, да. Я просто вот по своей работе архивной, в архиве древних актов, сталкивался с этими документами. Даже однажды вот обнаружил такое уникальное письмо от шотландца и шведской армии в Россию, который разыскивал своего соотечественника и однофамильца, родственника генерала, тогда еще полковника Лесли, который, собственно, и нанимал первых шотландцев еще при царе Михаиле вот в конце, в 40-е годы 17 века. То есть, собственно, вот необходимость модернизации русской армии, она постоянно чувствовалась. Ну, после смутного времени, ну, во время смуты здесь было очень много наемников, там кто-то из них остался, ну, самые знаменитые шотландцы – это предки Михаила Юрьевича Лермонтова, который, собственно, был взят в плен во время смуты, а потом здесь Лермонт. Укоренился. Да, Лермонт первый. Но вот еще, конечно, это было такое время, когда... Ну, это еще не были, конечно, петровские, так сказать, вот времена. Это не был еще канун такого, так сказать, эпохи для России, когда нужно было менять здесь все, в первую очередь, вот, действительно, организацию армии. И вот это была параллельная некая, так сказать, армия нового, так называемые полки нового строя, и вот это, собственно, основная масса дворянской конницы. Ну и вот действительно тут вот эти завязываются такие первые узлы вот этих вот наших тесных взаимоотношений вот с этой военной, значит, с военной европейской историей. Действительно, вот это, да, кстати, действительно, а он не принимал ли участие тогда вот в прямых столкновениях с Россией? Конечно, самым непосредственным образом. Я просто подхвачу линию его жизни. Дело в том, что польско-шведская война 50-х годов 17 века была исполнена очень крутых поворотов. Там то шведы брали верх, то поляки, и Гордон попадал в плен, ну, по моим подсчетам, 6 раз. Буквально ко всем воюющим сторонам. Там Бранденбург еще участвовал, да. Империя Габсбургов. У всех побывал в плену, иногда бежал, иногда бывал разменен. И в итоге он оказался на польской службе. В драгунах князя Любомирского, ежа Любомирского, это один из первых людей Речи Посполитой того времени, значительный полководец. И, в частности, я думаю, высшим достижением поляков того времени, а я напомню, что ведь речь идет о русско-польской войне, когда так называемое воссоединение Украины с Россией, сегодня очень спорная тема, действительно, Киев отходит царю в 1954 году, и война неизбежна. Первоначально успехи царской армии были огромны, поскольку поляки воевали даже не на два, а на несколько фронтов еще и с татарами, скажем, и со шведами. Поэтому наши захватили довольно быстро почти всю территорию Белоруссии нынешней, часть Литвы.
естественно, левобережную Украину. И в это время поляки, оправившись и заключив со шведами мир, предпринимают в 1660 году поход Чудновский, как его часто называют, поскольку главное сражение проходило при Чуднове, местечко на Украине. Так вот, Гордон в этом походе начальствовал сдвоенной драгунской ротой, личной, лейб-драгунской, как говорили, ротой князя Любомирского. И на самом деле это одна из величайших катастроф русской армии 17 века, когда войско боярина Шереметьева было окружено и просто сложило оружие. Как удивительно поворачивается история. Говорили о том, что шотландцы воевали на разных сторонах. Так вот, как раз переход Гордона на русскую службу и связан с тем, что в этом бою несколько русских шотландцев, офицеров, были взяты в плен поляками. И там с ними польские шотландцы обращались очень хорошо, кормили, поили и без выкупа отпускали, как тогда было принято по джентльменскому кодексу. И вот Гордон, один из них, а именно Дэниел Крофорд, Данила Краферт, как его называли в русских источниках, это был полковник русской службы, уговорил приехать в Россию. Сентябрь 1661 года. Он приезжает в Москву, проходит испытания на чертолье, умение владеть оружием. И вот его записывают майором в тот самый полк Крофорда, человека, который его, собственно, на русскую службу и сманил у поляков. Кстати, о жаловании. Мне полагалось 25 рублей деньгами и столько же соболями, 4 локтя сукна и 8 локтей дамаска, ну, это род ткани, и остальным соответственно. И вот здесь-то как раз начинается самое интересное. Одно дело получить право на жалование, а другое само получить жалование. Его. Да. Однако канцлер, то есть дьяк, как он пишет, оказался весьма бесчестным малым и день за днем отделывался от нас в ожидании взятки, какова здесь не только обычная, но и считается обязательной. Ничего о том не ведая, я дважды или трижды выражал ему возмущение, не получил вразумительного ответа и подал жалобу боярину, который с легким укором дал ему новый наказ. Те рассердило дика еще более, и он по-прежнему нами пренебрегал. При этом разгневанный боярин велел остановить свою карету, а он собирался выезжать из города в свое поместье, вызвал дика, схватил его за бороду и встряхнул раза 3-4 со словами, что если я пожалуюсь снова, он велит бить его кнутом. И вот как раз самый, пожалуй, замечательный пассаж, который отнюдь не подразумевает дальнейшей службы Гордона, поскольку первые впечатления о стране самые убийственные. «Я вернулся в Слободу и стал основательно размышлять, как выбраться из этой страны, столь далекой от моих ожиданий и несогласной с моим нравом. Ведь я послужил стране и народу, Польше, где иностранцы имеют великий почет, пользуются такой же славой и даже большим доверием, чем сами туземцы. Здесь же, напротив, я убедился, что на иноземцев смотрят, как на сборище наемников, и в лучшем случае, как говорят о женщинах, неизбежное зло. Что не стоит ожидать никаких почестей или повышений в чине, кроме военных, да и то в ограниченной мере. А в достижении он их более пригодны добрые посредники и посредницы, либо деньги и взятки, нежели личные заслуги и достоинства. Вельможи взирают на иностранцев едва ли как на христиан». Тут я поясню, это очень важно, Гордон был католиком. «А плебеи как на сущих язычников. Что нет гражданства индигената, как он пишет, без отречения от былой веры и принятия здешней. Что люди, внимание, угрюмы, алчны, скаредны, вероломны, лживы, высокомерны и деспотичны, когда имеют власть». Что представляла собой все-таки русская армия того времени вот поподробнее? Потому что этот контекст очень важен для нас с точки зрения наемников и вот такой основной массы, как вы сказали, дворянской конницы. И вот эти постоянные войны, то есть все-таки наемники гибли, там были же, конечно, естественно, это же война, вот, солдаты удачи, они везде имеют обыкновение гибнуть. Что-то им выплачивалось, родственникам какие-то наградные, вот эти вот, как это было организовано? Действительно, всем пострадавшим на царской службе и раненым, увечным полагалось государево жалование. И, кстати, любопытно, что Гордон, он из России
служа здесь и верно служа, все-таки стремился уехать на родину в конечном счете и много раз об этом ходатайствовал. И как раз пугал царское правительство тем, что у меня большая семья, если вы меня не отпустите, а я помру не ровен час на царской службе, то государю придется нести большие расходы по содержанию моей супруги и детей. А на Кукуе много уже жило иностранцев тогда? Иноземная слобода в Москве, она меняла свое, так сказать, место расположения. Ну, в конце концов, действительно, Кукуе это было... С 1652 года. Да, это было большое, действительно, поселение. Кукуй, распространенное в 17 веке название немецкой слободы в Москве, произошло от названия ручья по месту расположения слободы между рекой Яузой и ручьем Кукуем. Слобода возникла в середине 16 века и сначала была заселена пленными из Ливонии. Население занималось главным образом ремеслами и мукомольным промыслом. В начале 17 века немецкая слобода была разорена войсками Лжедмитрия II. Слобода возродилась в середине 17 века на берегу Яузы, как новоиноземская. В ней жили иностранные офицеры, служившие в русской армии, среди которых были будущие сподвижники Петра I, Гордон и Лефорт. Заслуга Гордона, кстати, величайшая перед католической общиной в Москве, что он впервые, ну, буквально пробил у государя разрешение основать первую в Москве католическую церковь, часовню со школой и библиотекой, где преподавание велось. И сделано это было, как вы можете себе представить, с огромным сопротивлением и многих наверху вельмож, и особенно патриарха Иоакима, который славился своей нетерпимостью. И, конечно, великая заслуга Гордона, что он для себя и для единоверцев своих добился права исполнять свой христианский долг. Ну, это старое, так сказать, вот такое противопоставление, старая, ну, так сказать, конфронтация с католицизмом, хотя, собственно, в XVI главные веке враги, поляки. И Иван Грозный ведь, собственно, вел дискуссии, приезжали иезуиты, знаменитая от этой миссии Подсевина. Но категорически, так сказать, вот протест против любых храмов. Дозволялось только домашнее богослужение, да. Поэтому католики могли причаститься, скажем, только если приезжало посольство. Имперское или польское, там были придворные священники. Хотя поляков было довольно много, да, в Москве пленных. Да, община была немалая. Да, и офицеры на русской службе были многие. Да, и служили в учреждениях, там переводчики в посольском приказе. Это все. Вот, а он был весьма набожен, благочестив, и с годами, как многим из нас свойственно, становился все более близким к этой области. А как он жил? Сохранились ли какие-то бытовые подробности в жизни? Потому что я возвращаюсь к тому, что его дневник – это источник не только описывающий, так сказать, военные походы и взаимоотношения с Петром Алексеевичем, но еще вот такие бытовые вещи, причем я хотел бы их так в развитии, вот, когда он приехал и уже позже. Есть ведь письма его еще. Письма есть. Кстати, публикуется вот в этом издании частично его переписка, и многие письма еще и не изданы, они разбросаны по Европе, в наших архивах что-то еще может найти. Дело в том, что ведь благосостояние человека, как мы знаем, зависит от его возможностей, от его чина, особенно в те времена. Поэтому... Но Гордон, кстати, был весьма рачительным хозяином, хотя начинал он, по сути, что очень, кстати, важно подчеркнуть, ведь он был, как он пишет, младшим сыном младшего брата из младшей ветви рода, то есть человек, который на наследство притязать не мог. Следовательно, он мог заработать только чем? Либо шпагой, либо сутаной, если он шел по духовной карьере. Либо мог заняться торговлей, конечно, но, как он пишет сам, это было противно моему существу. Поэтому для него оставалась только военная служба. И он этой самой шпагой, начав с небольшого оклада, уже, кстати, сам он приводит цифру, что к 61 году, когда он перешел из польской в русскую службу в чине майора, у него было где-то около 600 дукатов. Это капитал. Да, это 1200 рублей по тем временам. Это огромная, в общем-то, сумма. И жалование его тоже росло по мере продвижения. Ведь он вначале получил подполковника, в 65-м году полковника. Затем за Крым, Чигиринский поход, когда он от огромной османской армии после гибели русского воевода остался во главе русского гарнизона в 1678 году. И хотя город пал по ряду ошибок российского командования, он получил генерал-майора за геройство, и генеральский чин это уже было серьезно. И вот известно, что в те годы уже в Севске, накануне чигиринских походов, у него был огромный сад. Сам он писал, что я большой поклонник садоводства. Там длинный список сохранился, описание его усадьбы, где был крыжовник, смородина, сливы, груши, яблоки. Потом в Киеве и даже виноградник у него был свой, он угощал гостей вином из собственного виноградника. Он был большой лошадник,
начинал он, напомню, в кавалерии, хотя потом перешел в пехоту, и держал блестящий выезд с несколькими экипажами, кстати, его ливрейных цветов, то есть вот герб Гордонов, здесь приводится лазурь и серебро, то есть лазурь и золото, простите, то есть синий и желтый, говоря простым языком, это были его цвета, и он, его огромный штат слуг был обряжен в эти цвета, и экипажи его были убраны точно так же, поэтому его можно было издали узнать. И замечательный произошел эпизод в 1686 году, когда он, возвращаясь из Британии, из частной поездки на родину, через Ригу, как тогда ездили, а это шведское было владение, его славившиеся своей дотошностью шведские чиновники, таможенники, пропустили. Гордон пишет, скорее всего, потому что мои цвета совпадают с цветами Швеции. Так оно и было. То есть досмотра багажа удалось избежать. Какие заслуги, как он проявил себя уже на русской службе, то есть его положение вот при российском дворе? Он был признанный, так сказать, вот уже полководец после Чигирина. За его заслуги, несмотря на поражение, казалось бы, он был переведен в Киев. Это, кстати, важнейший пост, но вообразите. Главная крепость Юго-Запада, на самой границе с Речью Посполитой и с Османской империей, и недалеко от владений Габсбургов. Весь правый берег, кроме Киева, в руках поляков, которые воюют с турками. То есть более такой опасной и важной крепости тогда на Руси не было. Я напомню, что в титуловании российского государя идет как? Московский, Киевский и так далее. То есть в Москве прекрасно понимали важность этого места. И вот Гордона, католика, подчеркну, посылают одним из командиров гарнизона в Киев во главе драгунского, пехотного и даже стрелецких полков. И фактически главного инженера. То есть на протяжении следующих нескольких лет, 7 лет точнее, Гордон фактически начальствует над полным перевооружением Киевской крепости и восстановлением и расширением киевских укреплений. Сохранился ведь план уже конца 17 века. Ушаковский план такой, знаменитый, где как раз отражена его деятельность. Недавно был издан такой, в общем, такая большая гармовка, если это разложить, это очень интересно. Вот, но возвращаясь, Борис, к петровской теме, ведь, напомню, Петр пришел к власти юным, десятилетним, будучи в соправлении со своим старшим братом Иваном и под регентством Софии Алексеевны и, соответственно, премьер-министерством, как западные люди называли, Василия Васильевича Голицына, начальника прямого Гордона, как начальника иноземского приказа и других, ну, по сути, всех вооруженных сил. И Гордон переводится в Москву и ставится в 1687 году во главе Бутырского полка. Это знаменитый был полк, один из двух выборных полков русской армии. Это предшественники русской гвардии. Наилучшие укомплектованные части, самые дисциплинированные в российских вооруженных силах того времени. И вот, собственно, сближение Петра с Гордоном датируется концом 80-х годов 17 века. В феврале 88 года известно, что Гордон провел свой полк маршем торжественным, и на это взирает юный царь Петр Алексеевич, который уже вовсю увлекся военными забавами. И вот, собственно, его петровская понятная идея сделать всю армию вот такой, как Бутырский полк. А как вообще складывались отношения между вот, военными людьми, да, русскими, стрельцами и вообще населением, и вот наемниками? То есть спокойно, как вот на наемниках, были, как уже цитировали. По-разному. Или там что-то было, были, вот, пожалуйста. Были, конечно, всякие взаимоотношения, хотя, в общем-то, действительно, вот в Москве они жили не только в иноземной слободе, они жили, в общем-то, не сепаратно, совершенно нет, и даже, вот, так сказать, вот таких вот посадских, ремесленных слободах. Вот я живу сейчас в центре, значит, на Бронной, это Бронная слобода. И там вот такие даже мой коллега из архива древних актов, Юрий Моисеевич Эскин, вот опубликовал очень интересный документ о дуэли
между двумя иноземцами, правда. Хотя тут вот это все русское окружение, как вот это такое следственное дело, в общем-то, для России все-таки это не дуэль, а убийство. Ну, в русской среде тогда дуэли да, еще. Да, не понимали, так сказать, драка, убийство, то есть она кончилась печально, так сказать, и для, вот, как бы, так сказать, и для второго участника, что его посадили, и он умер, так сказать, за стенки, так сказать, во время следствия. Ну, просто тут вот такое интересное, так сказать, к вопросу о взаимоотношениях. Дух, о взаимоотношениях, как они все это наблюдают, и они, в общем-то, с ними, ну, как-то общаются достаточно мирно, я думаю. В начале 18 века Петр I издал указ о нечинении иноземцами никаких между собой ссор и поединков под смертной казнью. Этот указ явился первым в России государственным актом, направленным против дуэлей. Это был тот редкий случай, когда Петр всерьез опасался дурного примера иностранцев и пытался пресечь распространение иноземного обычая в корне. Относительно его не всегда гладких отношений с русскими собратьями по оружию, есть такой пример. В его полку служил капитан Спиридонов, еще до Бутырского полка, который вымогал деньги у солдат и вообще любил брать. И в частности, когда солдаты играли в азартные игры, он их облагал некими поборами. И вот Гордон, уже к тому времени наученный русским опытом, без свидетелей, он отослал даже своих слуг, вызвал от Спиридонова, оттаскал его за волосы и дубинкой отколотил. Так что тот едва мог подняться. И, как он пишет, я посулил ему в 10 раз больше, если он не оставит вот свои... Это он научился русским обычаям. Да, свидетелей не было, тот пошел жаловаться. А как и что? Ну, кто что докажет, в общем. Да, он поскользнулся, упал. Да, ну... Есть и другие примеры такого рода. Кстати сказать, очень любопытное описание побоища между солдатами и трубниками, то есть это были чиновники, которых прислали там дворцовые, из дворцового приказа да, Гордона с квартиры выгнать какой-то, поскольку там на самом деле, ну, сами понимаете, постой всегда вещь обременительная. Тут еще веселый офицер с собратьями, которые любят. Он, конечно, как всякий шотландец, не отказывал себе, хотя и без излишеств особенных российских. Вот некий купец, который жил в Москве, хотел его выжить, раздобыл грамоту из дворцового приказа и пришел подьячий с эскортом из трубников, чтобы его выпроводить. А тот свистнул своих солдат и, в общем, завязалась потасовка, и солдат хотя было меньше, но они их погнали там вплоть до Таганки, он пишет, да. И, в общем, в итоге подьячий лишился там расшитой жемчугами шапки, там началось целое дело, но из-за того, что Гордону было... А ведь начальником иноземского приказа тогда был боярин Милославский, ни много ни мало тесть царя Алексея Михайловича, поэтому дело замяли. Он себя в обиду не давал, всегда умел за себя постоять. И, кстати, дуэли, описано в одном из томов его дуэль с майором Монтгомери, его собратом, кстати, шотландцем. В Москве? Да, в Москве. Он собрал пир на день рождения своего короля, вовсе не царя, а своего государя законного, как он считал, а именно короля Чарльза II, и там они повздорили. Гордон был хозяином, он пригласил, как старший, всех к себе. И вот Монтгомери был неправ и весьма меня оскорбил. И вот он пишет 30 мая 1666 года. «Я рано встал, хотя было очень худо от вчерашней попойки, послал к майорам Бернету и Лэндалсу, оба шотландца, звать в секунданты, и самолично в одиночестве явился на квартиру к майору, который не успел собраться». Ну, понятно, крепко приняли. «В поле я завидел Монтгомери, а с ним подполковника Хью Крофорда, тоже знакомая фамилия, и троих или четверых слуг. Я поспешил ему навстречу, но так как там была вязкая пашня, да и слишком близко от слободы, попросил отъехать дальше, где почва получше. Удалившись на мушкетный выстрел в очень удобное место, мы разъехались, помчались друг на друга и оба выстрелили, будучи совсем рядом, без какого-либо вреда». Это конная дуэль, обратите внимание. «Я круто развернулся, конь мой весьма послушен, а его понесло прочь. Я поскакал следом, и хотя по военному и дуэльному закону мог воспользоваться его весьма невыгодным положением, все же осадил коня и крикнул, чтобы он возвращался. Остановив своего и приблизившись, он отозвался: „Мы убьем друг друга, сразимся пешими“. Я ответил, что довольствуюсь любым способом, спешился и отдал коня одному из его слуг. У нас обоих были полуэстоки, но это род такого легкого, довольно холодного оружия. Я скинул кафтан, но Монтгомери отказался биться на полуэстоках. Так как палаш, а это уже что-то более тяжелое, серьезное, имелся только один, они послали в слободу за другим. Я возражал против всего, требуя биться тем оружием, что было при нас, ведь я обладал правом выбора. Но все было напрасно. Прежде чем принесли другой палаш, явился мистер Эннонд, это хирург, с прочими, и не позволил нам сразиться, а на завтра английские купцы нас помирили». Гордон сетует в тот период, что вот многие мои
боевые товарищи ушли, уже не так много осталось моих земляков. Но при этом вот в январе 95 года за несколько дней буквально подряд он посещает 4 свадьбы в Московской иноземской слободе, в каждой из которых хотя бы одна из сторон шотландского происхождения или рождения. Так что, видимо, все было... Нет, шотландцев, конечно, было действительно очень много. В Москве вот эта история опять же с Лесли, как он принял православие, и как его эти вот, так сказать, шотландские родственники, так сказать, писали ему письма, возмущались этим, что вот, а ведь ему был немолодой человек, что вот на старости лет ты там бросил. Собственно, ведь благодаря этой истории была основана иноземская слобода. Да. Они ведь раньше жили рассеянно, а когда начали дело против полковника Лесли, патриарх сказал царю, и государь повелел вот выселить их отдельно, поскольку по крестам стреляют там и заставляют скором есть своих дворовых и так далее. Ну, возвращаясь к раннему влиянию Гордона на Петра, ведь, по сути, потешные вербовались с Петром с юных лет из кого? Это были, ну, если речь идет о Семеновском будущем полку, это сокольники, или потешные конюхи, преображенцы, ну, это и стольники молодые, и просто приятели петровских игр из даже разных сословий. Но, по сути, в полки-то они сформировались только в 90-е годы, а гвардии впервые именуются в 1700-м, уже с началом практически Северной войны со Швецией. Но известны данные по дневнику Гордона и другим источникам, что уже в конце 80-х годов, то есть в 88-м году точно, где-то около 40 человек на протяжении осени того года вытребовались Петром из бутырского полка Гордона. Причем это были лучшие люди. Это были барабанщики, флейщики, солдаты. То есть это уже не потешные в предыдущем значении этого слова. Да. Это уже вояки, ветераны. И, собственно, вот на чем возникла Петровская гвардия. Это после того, как он их видел на этом параде. Да, вот я думаю, параде, что этот смотр сыграл свою роль, потому что именно вот не о первом выборном полку впоследствии Лефортовом есть такие сведения, а именно о Гордоновском полку. И вот, собственно, одним из главных источников формирования и набора на ранней стадии преображенцев, во всяком случае, были люди Гордона. И если уже эту тему доводить до логического завершения, именно Гордон, его можно назвать крестным отцом русской гвардии, потому что именно он прилагает термин «гвардия» в четвертом томе дневника к потешным, еще до формирования их в полки. Когда Петр бросает открытый вызов своей сестре, Софье Алексеевне, когда Голицын после второго неудачного похода, где Гордон тоже участвовал, в Крыму, возвращается, Софья провозглашает его победителем, осыпает наградами участников, а Петр отказывается признать успех похода, отказывается принять у себя в Преображенском героев, в кавычках, и вот начинается решающая схватка между Петром и Софьей, и Голицыным, естественно, как главой правительства, тогда в августе-сентябре 89 года. И вот Гордон пишет, его дневник, четвертый том, который, надеюсь, скоро появится в печати в будущем году, важнейший источник по этим событиям. Вот 6 августа. Слухи, кое из речи небезопасны. То есть настолько накалена обстановка, что можно ожидать кровопролития. А мы помним, что случилось в Москве в 82 году, когда был Стрелецкий бунт. И вот знаменитый небольшой эпизод. Много стрельцов собралось в замке или Кремле, причем никого не допускали, кроме определенных и известных лиц. Сие вызвало такую тревогу среди партии младшего царя, что все, кто смог получить весть об этом, поспешили в Преображенское. Вскоре после полуночи несколько стрельцов и других явились в Преображенское и уведомили царя Петра Алексеевича, что множество солдат и стрельцов по приказу собирается в Кремле. Должны с оружием прийти в Преображенское и умертвить разных лиц, особливо Нарышкина. Это родственники Петра по матери, многие из которых погибли в бунте 82 года. Предупрежденный об этом, царь поднялся с постели весьма спешно, не надев сапог, вышел в конюшню, где велел оседлать коня, и поехал в соседний лес, куда к нему доставили одежду и облачение. Одевшись, он с теми, кто был наготове, во весь опор поскакал в монастырь Святой Троицы. Он прибыл туда в 6 часу дня, то есть утра, весьма утомленным, будучи припровожден в покое. Он немедля бросился на кровать и горько залился слезами, рассказывая аббату, то есть архимандриту Викентию, в чем дело и прося защиты и помощи.
гвардия и другие придворные явились туда в тот же день. Вот, собственно, гвардия... Первый раз упоминается термин, да. Это вот впервые в применении к преображенцам и семеновцам в этой самой части дневника. Вот. Преображенские и семеновские гвардейские полки – основа русской гвардии. Преображенский полк, один из старейших в российской армии, был сформирован Петром I в конце 17 века из Потешных в селе Преображенское под Москвой. Отличился в Северной войне, в войнах с Францией и Турцией. Расформирован в 1918 году. Семеновский гвардейский полк был сформирован Петром I в конце 17 века, также из Потешных в селе Семеновское под Москвой. Отличился в Северной войне, в войнах с Францией и Турцией. Семеновский гвардейский полк был расформирован в 1918 году. Да, ну второй раз, собственно, главная заслуга, может быть, Гордона, это вот спасение, так сказать, Петра, то есть, ну, в общем, это его подавление второго стрелецкого бунта, собственно, когда Петр уехал, великое посольство в Европу, опять сбунтовались, так сказать, стрельцы, а ведь это было действительно еще, в общем-то, наверное, самая такая боеспособная, вот такая традиционная часть русской армии, которая, собственно, тогда фактически захватила Кремль, собственно, захватила власть в Москве в 82-м году. Это ведь русские люди это называли смутное время, то есть по аналогии с началом 17 века, вот второе смутное время, когда, в общем-то, власть принадлежит вот этому стихийному, но одновременно организованному войску. Ну, причина их, в общем-то, причины, ну, их недовольство, вот, так сказать, политикой Петра. Ну, собственно, первый-то бунт, это, в общем-то, они оба бунта были спровоцированы, конечно, так сказать, не какими-то вот другими, так сказать, политическими кругами, противниками, так сказать, Петра. И здесь вот второй бунт действительно опасен тем, что царя нет в Москве. Сколько он отсутствовал в Великом посольстве по времени? Это несколько... Ну, можно посчитать. Да, он выехал в марте 97-го, да, и приехал, вот получил известие о бунте в Вене. Да. Да, так что два... Не доехал до Венеции. Больше полтора года. Полтора года, да. И здесь действительно вот Гордон, собственно, вот... просто спасает, он просто разбивает эту, так сказать, стрелецкую армию вот, ну, под Москвой, с тем Нового Иерусалима. И это, вот, собственно... То есть это была сформировавшаяся армия, которая выступила в поход? То есть это не просто они взяли и захватили Кремль? Нет. Тут они Кремль захватить не могли, но это была действительно большая... Просто вот это уже начало гражданской войны фактически, где действительно большая вооруженная сила. Об этом вообще сохранилось довольно много источников, подробностей. Вот, собственно, следственное дело, оно издано так, как отдельная даже вот такая книжка, ну, уже вот относительно там в конце 20 века. И это было, в общем-то, наверное, вот, собственно, такая последняя большая вот заслуга Гордона. Он выступил своим полком в организованном порядке. Да, организованном, так сказать. И в открытом бою. В открытом бою это вот действительно открытый бой у стен монастыря там, со всеми, так сказать, военными. Угу. Да, это было, конечно, вот его очень, очень важная заслуга для династии. И, собственно, потом вот, и началось вот это утро стрелецкой казни. Собственно, вот после именно этих событий Петр уже, так сказать, окончательно просто ликвидировал стрелецкое войско. Распустил и большая часть была, может, казнена, остальные там разосланы в другие города, и потом постепенно все-таки, так сказать, они влились в регулярную армию. В картине Сурикова они, это Гордон, наверное, стоит там справа. Ну, там какой-то образ его нет. Там такие какие-то, да, иноземцы, такие более мирные, он-то был вояка, там какие-то просто наблюдатели. Существенная деталь, ведь он до того, как открыть огонь, он два или три раза ездил в стан стрелецких полков на переговоры, пытаясь увещевать их.
сложить оружие. То есть это не повиниться. Кровожадная была такая история. Да, причем ездил он один практически. И я просто это подчеркиваю, потому что одной целью стрельцов, как ходили слухи, и они сами некоторые говорили, было немецкую слободу рубить. Да, это еще давно. Ненависть к иноземцам всегда была велика, и по сути любая шальная пуля могла его уложить, и все было бы несколько по-другому. Но все-таки уважение, которым он пользовался, в том числе и в стрелецких полках, конечно, я думаю, только и объясняет, почему он не погиб. Если бы он, так сказать, продолжал бы, если бы он не скончался бы, вот, собственно, через... Да, умер он год спустя. Да, год спустя. Конечно, он был бы, наверное, один из, так сказать, самых доверенных и людей Петра, опорой его. Вот. И потом как-то, вот, может быть, вот стал уже Брюс, заменил его как такой, так сказать, вот самый действительно выдающийся там иноземец. Ну, он уже там и участвовал в этих культурных мероприятиях, переводах, вот о чем мы тогда с вами говорили. Вот интересно, занимался ли Гордон вот такой вот какой-то, так сказать, ну, не научной, но практической вот деятельностью, потому что это уже как бы вот висело в воздухе. Я, собственно, занимался вот этими переводами галицинского времени, даже еще матвеевского, и всех, собственно, иноземцев так или иначе вот пытались, так сказать, привлечь или там вот к получению этих книг, в первую очередь вот таких военно-технических. Вот я об этом, здесь есть, не очень знаю, любопытные, да, данные. Вот, ну, во-первых, он владел большой библиотекой. Он, да, даже вот, будучи в плену или, скажем, в охваченной войной Польше, он не упускал случая прихватить несколько книг, скажем, разоренной какой-нибудь монастырской библиотеки. Когда его берут в плен поляки, данцикцы в данном случае, находят у него Фому Кемпийского, известный трактат о подражании Христу. У него есть очень интересные литературные упоминания в дневнике. Это и Ариоста, это и Сервантес, это и Марло. Ну, тоже очень яркий такой пример. В 86 году, когда он приезжает в Лондон, он там был принят при дворе королем Джеймсом II VII, и при дворе смотрит представление Гамлета. По сути, это первое упоминание человеком, который уже является жителем России, произведения Шекспира. Есть, правда, более ранние случаи, когда наш посол Потемкин присутствовал на постановке «Бури» чуть раньше, но Потемкин не знал языка автора, поэтому он не мог оценить эту пьесу. Вот. И известно доподлинно, что Гордон выписывал для Петра книги по артиллерии, фортификации из-за границы. Вот это, конечно, очень интересно, да. Но все-таки его как таковая большая библиотека не сохранилась, по-моему. Вот в отличие от Брюса, которая вот, да, она была потом, поступила в Академию наук, вот есть ее описание. Жалко, хотя, наверное, он был тоже человек, безусловно, разносторонний. Насколько я знаю, он писал в Англию и публиковался в британских периодических вот изданиях. Да, совершенно верно. Очерками, наверное, это назовем так, очерки о России. Абсолютно точно. Его можно назвать первым постоянным корреспондентом периодической, да, печати в России 17 века, потому что, начиная со своей первой поездки... О чем писал, кстати? Писал он о русских событиях. Куда пошло войско, кто при дворе, какой мир заключен, с кем и когда... То есть это событие на верхушке русского общества, в Кремле, вокруг него. То есть это корреспонденции постоянные. Ну, они, конечно, прерывались одно время на длительный период, когда он сам уходил в поход, не было связи просто почтовой. Ну, это традиционная тематика, вот, так сказать, таких этих европейских газет, как они вот, куранты, они у нас потом переводились. И, наверное, вот эти... донесение Гордона там, потом, так сказать, автоматически тоже... Конечно. И публиковался это в лондонской газете. А как послал? Через Архангельск? Там была целая эстафета. То есть, да, если он находился, скажем, в Киеве, то это шло через Москву. Как правило, хотя были пути и через Польшу, но это сложнее. И оттуда либо Рига, либо Архангельск, ну, на запад. Почта ведь у нас тогда была налажена. Опять же, иноземцем, ну, Виниусом, который, собственно, тоже был... Его знакомым хорошим. Да, это вот обрусевшим голландцам. Это почта тут уже хорошо работала. И эти газеты вот западные получало московское правительство, в общем-то, вот с начала 17 века, ну, с первого Романова, и тщательно переводилось. Это вот такая целая большой фонд, еще до конца не опубликованный, хотя частично опубликованный. Вот эти вести-куранты, вот подробная, так сказать, информация о европейских событиях,
которые, кстати, потом проникали, ну, считалось, что это, естественно, это для царя все делается, для информации, там, ну, посольских, там, чиновников крупнейших, но это потом проникало, так сказать, и даже в народ. Еще мы хотели поговорить о семье. Да. Уже здесь как бы российская. Да, да, конечно. Но семья, она-то была российская, но обе его супруги были из московских иноземцев. Первая — Катарина фон Бокховен, видимо, из нидерландского рода, скорее ван, чем фон, хотя писали и так, и так. Она умерла молодой, он ее очень любил, у них довольно была большая разница в возрасте. От нее у него было трое детей, два сына и дочь, которые, кстати, выжили. И она умерла, возможно, и от родов, потому что ей было, ну, 20 с небольшим, когда она скончалась. Сыновья его, да, ну и чтобы закончить с женами, вторая супруга была Элизабет Ронайер, это голландская фамилия. И от нее тоже было несколько детей, но выжило только двое. Только двое пережили детские годы. И, видимо, многие очень погибли в младенчестве. И из сыновей довольно любопытная картина. То есть старший Джон уехал в Шотландию, управлял родовым имением, хотя управлял – это не то слово, поскольку он нерадиво это делал и вызывал гнев отца своими действиями. А вот второй сын Джеймс был очень любопытной фигурой, пожалуй, еще более склонным к приключениям, чем его отец в молодые годы. Он начинал в России, потом участвовал в восстании якобитов, то есть сторонников стюартов в Британии, служил там в Королевской гвардии, был ранен, бежал, прибыл к нам, участвовал в азовских походах и попал в плен под Нарвой. Был первым, по-моему, из русских офицеров, кто бежал из Стокгольма в 1702 году, успел к осаде на Тебурга Орешка, где отличился, потом попал в плен еще раз, и он, кстати, за заслуги отца получил титул графа Священной Римской империи. Здесь от Петра, ну, через посредство 1701 России, да. год, да, то есть через два года после смерти отца. И что очень интересно, он стал первым мальтийским рыцарем ордена Святого Иоанна Иерусалимского, который был по рождению русский, то есть он так именуется, московит. Джеймс Яков Гордон. Умер он, ну, поскольку он был мальтийским рыцарем, он должен был соблюдать безбрачие, умер он без потомков. И, к сожалению, род пресекся к 50-м годам 18 века. То есть потомки были только по женской линии. Еще, конечно, важная деталь, когда Гордон скончался, то отпевание было в католической церкви, и впервые Петр лично пришел, да, что было немыслимо абсолютно для русского общества того времени. Это, в общем-то, знак был уважения, скорее, да, чем без всякого какая-то акция была религиозного плана. Большая потеря, это, конечно, Петр это подчеркивал. Есть свидетельство о том, что он горевал сильно. Он присутствовал не только при погребении, а несколько раз, четырежды приходил в последние дни к Гордону. И, кстати, в связи с этим я хочу сказать, что первый визит русского царя, когда-либо нанесенный иноземцу, был именно Гордону. В апреле 1690 года молодой Петр после смерти непримиримого к иноземцам патриарха Иоакима впервые посещает иноземца в его доме. Это неслыханное событие для русского царя. И вот с тех пор Петр и стал вхож в иноземскую слободу. И, естественно, для него это был огромный удар, и приводит его слова Нартов в своих записках, что «я даю ему только горсть земли, ну, брошенной в могилу, а он мне дал целую область земли с Азовом». Это имеется в виду покорение Азова, взятие крепости. И надо сказать, что ведь Гордон, по сути, закончил жизнь свою самым высокопоставленным иноземцем в России и главным, по сути, первым наставником Петра по-настоящему, поскольку он ближе сошелся с Петром и раньше, чем Лефорт, и был просто более серьезным человеком, чем Франц Яковлевич уважаемый. Просто мы о нем больше знаем, потому что это последний, поздний период петровской деятельности, там много событий, много таких красивых всяких торжеств, и он часто появляется, и много описаний, хотя на самом деле, как мы хотели подчеркнуть сегодняшней программе, может быть, это один из выводов сегодняшней программы будет, что многое это началось именно с Патрика, с Петра Ивановича Гордона. Вот еще об одном нельзя не сказать, именно о возможном и даже вероятном влиянии Гордона на новую тогда для России государственную символику. Я имею в виду орден Андрея Первозванного и наш
морской Андреевский флаг. Ведь дело в том, что орден Андрея Первозванного возник в 1698 году после возвращения Петра из Великого посольства, как раз в те дни и месяцы, когда Гордон, по сути, как мы говорили, спас Петру престол. И ведь прообразом для Андреевского ордена служит не что иное, как шотландский орден Чертополоха, то есть орден со смешным названием, но тем не менее тоже посвященный святому Андрею, тоже с косым Андреевским крестом. И достаточно сравнить шотландский флаг и наш Андреевский, чтобы понять, насколько они сходные. То есть, по сути, это один зеркальное отражение. Да. И кому, как не Гордону, как главному советнику Петра, быть проводником этого влияния, вот когда шотландские прототипы настолько явно использовались вот, для почитания святого покровителя и Шотландии, и России. Да, здесь мы потихонечку переходим к подведению итогов вот этого шотландского влияния на Россию. И вот по вашему мнению, коллега, что бы вы смогли предложить как итог, как вот важность первого этапа петровских реформ, то есть Гордон, к сожалению, рано ушел, но вот именно нас интересует первый этап. Ну, я думаю, что вот действительно влияние было очень большое, причем оно было, может быть, такое... Так сказать, вот не те традиционные иноземцы, которые потом, в начале XVIII века, так сказать, приезжают, не знающие многие языка, а это вот люди были, которые знали Россию. Вот. Хотя первые вот их какие-то негативные впечатления, да, как вот описывают в дневнике, но потом они все-таки, так сказать, поняли, наверное, Россию, поняли какие-то ее интересы и начали вот проводить эти, ну, помогать Петру проводить эти преобразования, причем не только вот в такой, так сказать, вот военной, внешней форме, но, наверное, и более глубоко, вот, давая нам вот эту иноземную культуру, иноземное просвещение. Ну, вот, так сказать, мы знаем, что эти люди были действительно очень образованные, Гордон, и Брюс, и другие. Поэтому здесь, мне кажется, что вот надо внимательнее вообще вот подумать действительно о каких-то вот наших преобразованиях и возможностях, так сказать, вот использовать этот такой вот опыт, такого вот более глубокого, а не поверхностного знакомства с западной культурой. Ну да, это не роль отдельно взятой шотландской личности в русской истории, а более глубокая проблема. Безусловно. Конечно. И, наверное, все-таки вот у нас какие-то все-таки были с шотландцами там какие-то общие, так сказать, черты, так сказать, вот национального какого-то такого характера, духа. Не зря. Я думаю, что вот все-таки такие, так сказать, шотландцы именно стали здесь одними из таких вот самых таких вот лучших представителей вот этой петровского, так сказать. Здесь нам еще, надо сказать, повезло. Все-таки Гордон – это был сильный человек, это был ревностный католик, с определенными нравственными позициями, хорошо образованный. Не все вели так подробно и относительно честно дневник. Насколько я понимаю, был относительно честный малый, если можно так сказать. Ну, проходимцев тогда хватало, он тоже был не ангел, и бывало в юности и там и мародерствовал, и даже подворовывал. Ну, знаете-ка, чтобы душа не разлучилась с телом, как он писал. Но в дальнейшем он уже, достигнув чинов, он не позволял себе таких вольностей. Ну, взятки не сразу научился давать. Да, таков обычай, надо было уважать. Но я думаю, что часть вклада Гордона и шотландцев в целом в русскую культуру и историю петровской эпохи – это часть более, конечно, широкого вопроса об этом движении России с востока на запад, о повороте от степи к морю, как великий Соловьев писал. Ведь действительно, чтобы не говорить о Петре, именно он основал Петербург, и именно он, находясь под влиянием вот такого рода людей, не всегда, кстати, идеальных и, возможно, даже великих, но их заслуга в том, что мы сейчас действительно входим в европейскую жизнь уже давно, во многом связана с их деятельностью.
Почему все-таки Гордон не уехал на родину? Ведь он просился, его не отпускали. Ой, это тяжелая история. Он мечтал уехать, и кто, в конце концов, осудит пожилого человека в том, что он хочет умереть в родных местах? Он... Ну, что значит пожилого? Сколько? Ну, он умер на 66-м году, по тем временам. Да, это пожилой, преклонный возраст, тем более после такой многотрудной жизни. Ранение, но... конечно, да. Он мечтал уехать и много раз пытался это сделать. Его не пускали настолько упорно, что считали как будто совершенно незаменимым. Но действительно, он один из самых одаренных военачальников на русской службе. Там были ужасные истории, ведь Голицын даже один раз настолько разъярился из-за этих ходатайств постоянных об отъезде, что велел его написать из генерал-поручика в прапорщики и сослать в Сибирь. И, собственно говоря, Гордон, возможно, бы и добился своего, если бы не события на его родине. Потому что когда низложили его католического монарха, Джеймса II, VII, по шотландскому счету, он лишился своего главного покровителя. А присягнуть Вильгельму Оранскому, протестантскому королю, узурпатору, как он всегда писал, он не мог. Поэтому, вот я думаю, это решило дело, и он смирился с тем, что... И успокоился, да. Но он же все равно ездил на родину. Имение было, сын там, вот, да, вы говорили, управлял. Связи он не терял. То есть я хочу еще раз напомнить, что он не принял ни православия, ни подданства русского формально. То есть он служил, ну, служил и служил по инерции. Но приехал он, как говорили тогда, на наем, не на государево имя, то есть временно. И, конечно, он поддерживал связи с родиной и постоянно переписывался с родными. Трижды ездил в Британию. Но вот с 86 года, последние 13 лет своей жизни, он уже не смог увидеть родных мест. И как раз, собственно, начались самые главные петровские преобразования. Да, тут уже было некогда. Тут, да. Ведь получилась такая вещь, что на родине переворот произошел к большой горести и трагедии для Гордона. То есть его любимый монарх лишился престола. А вот как раз в России, да, Петр пришел к власти, то есть, да, человек, который тот, сразу же приблизил его к себе и покровительствовал ему до конца жизни. Именно Гордон – отец русской гвардии. Крестный отец. Крестный отец. Ну, не только даже крестный, он содействовал формированию. То есть, фактически, военное строительство и русская армия – это во многом заслуга вот тех военных, которые пришли в первую очередь Гордона. Лично, насколько лично он? Вот, это совершенно так, потому что я уже говорил о прямой передаче солдат, военнослужащих Бутырского полка, в ряды потешных. Это постоянная роль Гордона как военного советника Петра. Это роль его как руководителя потешных походов, вот знаменитого Кожуховского похода, да, 1694 года. Это грандиозные такие учения. Маневры, да, да, там, где там стреляли по-настоящему, даже погибшие были. Конечно, жертв было немало. И, конечно, азовские походы, конечно, подавление стрелецкого мятежа. То есть это... По сути, ну, если не военный министр, то главный военный советник – это совершенно определенно. Но не только в военной сфере, ведь он же был еще контр-адмиралом. Хотя Гордон моряком не был, но на самом деле опыт мореплавания у него был довольно значительный, поскольку он же на родину плавал и обратно не раз через Ригу. И он, в частности, известно, что в Архангельске при основании русского флота там в 90-е годы он перевел на английский первый свод русских морских сигналов. Да. То есть и это можно упомянуть. Культура и опыт Западной Европы, правильно воспринятый здесь, в Отечестве, позволяет сделать рывок, качественный рывок в той сфере, о которой мы говорим. То есть это военное дело, это строительство, это защита безопасности государства. Ну, есть там определенные культурные вещи, но самое главное, что правильно воспринятый опыт. И вот благодаря таким относительно честным служакам, каким был Гордон, этот опыт адекватно был понят и принят. И он этого сам хотел, конечно, Петром Алексеевичем. Да. Можно по-разному относиться к петровским эпохам и к личности Петра, и все, что он сделал с Россией. Но сейчас как бы не об этом. Главное о том, что Россия вышла к Северному морю, Россия сделала рывок на юг, позже он закончится при Екатерине. И благодаря именно вот таким людям, как Гордон, честно служившим России и оставшимся здесь и до конца дней своих,
именно мы и смогли добиться того результата, которого мы добились. Программа наша подходит постепенно к концу. На этом мы, на этой такой приятной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю передачу. Я благодарю моих гостей за столь приятную беседу. А с вами, уважаемые телезрители, надеюсь, мы увидимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в поисках истины. Всего доброго.